жительница дома в поселке Петра Дубрава Самарской области, рядом с которым произошло жестокое убийство 15-летней девочки, не слышала ночью никаких криков. Она сообщила, что увидела тело подростка лишь утром, когда на месте работала полиция. Утром вышла, когда проснулась, здесь полиция уже грузит ее уже закрытой. Я просто спросила, кто там, мне сказали, что девушка, примерно лет 25, рассказала женщина. При этом она отметила, что за все 50 лет, что она живет в поселке, такое убийство произошло впервые. Ужас, как это все получилось, я не знаю, что это такое произошло. Страшно было, шок и жалко девочку, так же нельзя поступать. «Я не знаю, какая причина была и что произошло», — сказала женщина. У местной жительницы двое внуков, один из которых оказался знаком с семьей подозреваемого в убийстве подполковника полиции Антона Бесчетвертева. «Как я сейчас узнала, что мой внук учится с его сыном, кто это все сделал? Я не знаю, как на это реагировать», — сказала местная жительница. Сам полицейский, подозреваемый в убийстве несовершеннолетней, отрицает интимную связь со школьницей. По информации источников полиции, уволенный из полиции подполковник рассказывает следствию, что сбил девушку на автомобиле, после чего попытался скрыть следы и зарезал ее. И хотя сейчас Антон уволен со службы, он точно знает, как помешать расследованию.